Всем привет! Наш герой, наш новый герой на канале еще не знает, что я ему сейчас подарю. Но сейчас он вместе с вами узнает, что же я ему подарю. Но первым делом узнаете вы, потому что я его покажу вам. А уже потом, когда вы его увидите, я подарю его нашему новому герою канала. И посмотрим на его эмоции, так сказать. Какие эмоции он испытает и будет у него удивление или нет. Поехали. Вот такой ноутбук я сделала своему нашему новому герою. Ну, он от самодельной марки Apple и барабанная дробь. Будет вот такой вот. Да, ребят, все самодельного производства. Ну что, пойдем дарить? Хаги, просыпайся, просыпайся. У меня для тебя есть сюрприз. Какой? Сейчас увидишь, просыпайся. Давай, пойдем, тебе кое-что покажу. Пока что я тебя вот так вот несу. Так, будь пока вот тут. Я сейчас принесу подарок. Ну что ж, Хаги, в этот замечательный день, когда ты вступил в ряды моего канала, я дарю тебе ноутбук от моего собственного производства. Ух ты! Прикольно! Покажешь, как он работает? Естественно, покажу. О, подписчики, привет! Привет, подписчики, дорогой, смотри. Ух ты! А что это тут? С этим тебе еще теперь надо будет обучаться. Наверное, моя мама тебя научит. Хотя я тоже, в принципе, на ноутбуке умею работать, но... Ой. Да чего так? Это удивление. Ладно, я сейчас возьму лапки. Теперь смотри. У него тут экранчик. Вот тут вот Хави, у него экранчик, не бойся. Тут у него клавиши. Смотри, какой у него тут освещение, градиент. Ну, вот так вот, Хаги. Тут у него... Можешь на нем играть, все что угодно делать. Но когда я тебя буду звать снимать видео, ты должен будешь, когда я буду снимать видео, звать тебя, обязательно его закрывать, ну, выключать. Закрывать и идти видео снимать. Понял? Да, понял. Спасибо, Даша. Не, да что, хороший мой. Пока что, ладно.